Кто перекрасил реку Мурзинку в белый цвет? Комитет по природопользованию ведет расследование. По словам местных жителей, происходит такое регулярно. Ранее Мурзинка становилась уже и красной, и синей. В пятницу на место выехали инспекторы комитета по природопользованию, сотрудники водоканала, экологи. Они взяли пробы воды и нашли выпуск, по которому в речку шел сброс мутных стоков. По предварительным данным, одно из предприятий, расположенных на участке, сбрасывало в реку известняковую крошку. Сами канализационные сети находятся на балансе у компании «Экопром». Комитет уже возбудил в отношении данной организации административное дело. Окончательные результаты проб станут известны в ближайшее время. Также ведется оценка экологического ущерба.